поздравляем нашу любимую команду. Мы хотим ее поддержать, желаем ей успехов, удачи. Сегодня игра должна быть... Первый домашний матч. По-любому мы сегодня добьемся победы. Спасибо Киеву, что поддерживает нашу команду. Дорогие и любимые спартаковцы, я хочу, чтобы вы наконец подарили нам 10-е чемпионство. Для этого у вас все есть. Хорошие тренеры, хорошая команда, хорошие спонсоры, такие как Киа. Вперед, Спартак, к победе! Ждем! Желаем Спартаку золотых медалей и победы на домашнем стадионе. Хотим, чтобы в этом году Спартак стал чемпионом. И, безусловно, первую игру чемпионата домашнюю выиграл на такой прекрасной арене. От всей души желаю победы нашей любимой команде Спартак. Спартак, вперед! Ура! Ждем! Любимый наш Спартак, мы всегда с тобой, мы желаем тебе только победы. Мы в очередной раз приехали поддержать тебя и ждем победы. Вперед, Спартак! Мы хотим пожелать Спартаку побольше таких же побед, да, также продолжить сезон, как он его начал, и также успешно его завершить. А также хотим передать нашим друзьям, которые сегодня играют с Кубанью. Столько лет я не видел побед Спартака, думаю, в этом году они одержат все-таки победу, которая для меня очень дорога. Желаю удачи Спартаку в этом, этом трудном матче с Рубином. И просто вперед, Спартак, вперед! Команда гладиаторов. Одна мечта